Всем привет, 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 друзья! Всем доброго утра, кому дня, кому же, возможно, вечера. Короче, вот что хочу вам рассказать. Сегодня у меня был первый день тренировки. Знаете, вот когда говорят, что, случайностей не бывает и все остальное. Вот пришел я в спортзал заниматься и встретил там инструктора по рукопашному бою воздушно-десантных войск, где тренировался я. Сейчас он тренирует только спецназ. И, короче, он согласился меня тренировать. Сегодня у меня было с ним первое занятие. Вот такой мужик, вот такой тренер. И сейчас я буду снимать, раз в неделю выкладывать видеоролики о моих тренировках. Короче, вот. И, в общем-то, я похудел, стал дрящом. Сейчас из дряща буду превращаться в крепкого мужика с остальными яйцами. Ничего так, наверное, не дисциплинирует в жизни, как спорт. Вот. Такие вот дела. Ответь правду. Ерунда. Да, ерунда. Привет. О, Родниковая долина, огромный-огромный привет. Большой-большой. Я прекрасно, адекватно, вменяемо понимаю, что спорт – это дело не быстрое. Спорт – это дело такое постоянное, систематическое, но в порядок приводит. Плюс ко всему, вот, нашел отличную клинику, которая мне будет делать мои зубы все целиком, полностью. А виниры всякие разные я не хочу вставлять, вот, но прямые зубы, плюс как бы того зуба, которого у меня нет, вот, он у меня появится. Клиника это мне все сделает, я это все буду тоже снимать, транслировать. Короче, сейчас будет ряд, наверное, видеоблогов о моем, в общем-то, как сказать, я был толстым, похудел, и о моем преображении, наверное, то есть я, естественно, отсутствующий зуб я вставлю, сделаю, вот. Мне их все полечат, выпрямят. Виниры вставлять не буду. Плюс мне еще там один салон какой-то красоты предлагал там всякие там закачать там чего-нибудь такое. Но я что-то, короче, как-то стремаюсь что-то себе вкалывать, прокалывать. Все-таки я как бы парень. Вот. Приводить себя в форму. Думал сначала накачать большие бицепсы, трицепсы, мышцы. А потом, вот когда как раз встретил инструктора по рукопашному бою из своей части, где я служил, мы, в общем, решили, что можно быть и с красивой фигурой, не быть огромным-огромным качком, но при этом при всем быть сильным. Мужиком. Вот. А зубы делать надо. Смотрите, наблюдайте за моими изменениями, за моей трансформацией, за моим развитием в бизнесе. Вот. Я сейчас скоро заберу Роберта. Заберу в НЛ. Я думаю, под Новый год свою машину уже заберу. Свой Мерседес. Вот. Распорядок дня будет. Утром буду отвозить Роберта в садик. Дальше ехать на тренировку. В один день, в другой день к зубному, к стоматологу. Вот, буду приводить себя в порядок. Слушайте, в Тюмень
Я вообще планирую в Тобольск. У меня есть перспектива развития бизнеса в Тобольске. Поэтому, друзья, кто из Тобольска, кто из Тюмени, вы мне пишите. Мы там вместе по теме НЛ двигаемся с Андреем Зубенко. Кто помнит его, он приходил к Марго. Кстати, рукопашник парень. Высокий такой, здоровый.